Сначала была энергия, и лишь потом появилась материя. Материя создается из первичной и вечной энергии, которую мы знаем как свет. Он светил, и из него появлялись звезды, планеты, человек и все на Земле и во Вселенной. Материя — это выражение бесконечности форм света, поскольку энергия гораздо старше материи. Часть света. И это музыка. Частицы света — это записанные ноты. Удар молнии может быть целой сонатой. Тысячи молний — это концерт. Даже самая крошечная звезда обладает законченным строением и тоже является частью звездной симфонии. Сердцебиение человека — часть симфонии на Земле. Однажды сотворенный звук будет длиться вечно. Он может исчезнуть для человека, но будет продолжать существование безмолвия, которое является самым великим могуществом человека. Все, что мы когда-то видели, слышали, читали и учили, сопровождает нас в виде частиц света. Цифры и уравнения — всего лишь символы, выражающие музыку сфер. Такие звуки — это послание в уме о том, что жизнь имеет смысл. Что Вселенная существует в совершенной гармонии. И ее красота — причина и следствие творения. Такая музыка — вечный цикл звездных небес.